Да. Вот. Ой, люди, посмотрите. Прямо тут лодочки, прям. Ой, как хорошо, что мы невысоко, ничего. Прямо рядом тут. Вот тут соседи тут у меня уже есть. Какая красота. Вы посмотрите. Посмотрите, куда выходят мои окна. Вот такая красота. Вау. Ой-ой-ой-ой. Ой, гостиницы. И сразу на залив такой. Вы представляете, какая красота. Я не ожидала даже, что будет такой номер. Вы посмотрите, какие кровати тут. Какой номер. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Телевизор. Есть интернет. Так. Лампочки вот такие вот. Конечно, многие делают обзор номеров своих. И здесь скажу, в Израиле так не хуже, чем везде. Вы посмотрите, как красиво сделано здесь в умывальнике. Вот такая раковина. Вот так цветочки сделаны, туалет. Вот все современное, все оборудовано. Блеск. Так, тут у нас чайничек. Сейф стоит для бриллиантов, которые мы купим на фабрике элладского камня. Вот это холодильник маленький, такой хорошенький. Так, тут у нас... Так, так, тут у нас шифоньер вот такой. На семью, я думаю, что на два человека хорошо. Полочки, вешалки. Так. Вот так это все выглядит. Так, я только не понимаю, где тут душ. А, вот какая душевая каминка. Вы понимаете, что дверь открывается, тогда можно зайти. Вот из-за экономии сделали такую каминку. Вот, смотрите. Видите, там может поместиться. Вот я захожу. Ну, один человек хорошо, свободно помещается. Здесь где-то метр расстояние. То есть совместили они эту комнату вместе с туалетом и душем. Вот такой душ. И вот руками можем тут. Так. Так, а это что, я не знаю. Это, наверное, для сабона. Ополаскиватель или что-то для головы. Есть фен. Видите, есть фен. Сразу вот только достал. Ну, вот такой красивый набор. Баночек. Мыльца. Полотенец. Ну, шикарно. Так, шикарный набор. Так, я только не знаю, я записывалась с Татьяной, а где она и что. Или в другой номер заселили, не знаю. Вот это пульт от телевизора лежит тут. Так. Вот так вот для мусора стоит столик. Кровать. Боже, ну что еще надо? Что еще надо? Вот так вот. Ой, картины какие. Давайте я покажу картины. Так. И вот на этом обзор закончу. И до следующего раза. Всем привет!